конкурс красоты, интеллекта и грации «Мисс Весна-2024» – событие по-настоящему зрелищное и красивое. Традиционно в этом конкурсе участвуют самые яркие и талантливые девушки первого региона. 9 конкурсанток уверены в своих силах и готовы с честью представить свой район и город. Для нас это традиционный конкурс «Королева Весна», хотя мы единственные в стране проводим конкурс именно среди участниц школьниц и среднеспециальных учреждений образования. 9 участниц лучших здесь на областном этапе. Хотел бы сказать, что в регионах, почти в каждом районе прошел такой конкурс. Пользуется популярностью, потому что действительно мы тоже объезжали, смотрели региональные этапы. Целый зал в домах культуры, девчонки готовятся, школы, одноклассники переживают, очень здорово. Конечно, конкурс красоты – это весенний конкурс, настоящий, главный. Но сюда хотелось бы вложить не только грациозность наших молодого поколения, да, наших девчонок, но хотел бы сказать, что мы вкладываем сюда все равно идеологический смысл, потому что один из этапов у нас посвящен именно 85-летию первого региона. Конкурсная программа началась с завораживающего дефиле в традиционных костюмах. Дальше по весеннему цветущим участницам предстояло проявить себя в сложных испытаниях. Визитка, конкурс ораторского мастерства, интеллектуальные и творческие конкурсы. Отборочный этап проходил на базе моего района, где я успешно заняла первое место и поняла и титул «Мисс Весна». Я очень волнуюсь, сейчас переживаю перед областным этапом. И очень усердно к этому готовлюсь. И вот интрига вечера раскрыта. Корону и звание «Мисс Весна-2024» в честной конкурентной борьбе завоевала учащаяся средней школы номер 3 города Бреста Анастасия Бурко. На самом деле это большой опыт, который принес мне много радости. И я счастлива, что Брест выбрал меня, и я представляю Брест на областном этапе. Несколько конкурсов убрали, несколько дефиле, и добавили дефиле в белорусском костюме. А так, в принципе, все осталось так же. Конкурс «Мисс Весна-2024» – это настоящая феерия молодости, красоты и таланта. Поздравляем победительницу! Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.